Да. Я сейчас на охоте. Взять! Не было ж на двух поводки. Вот смотри, все, сюда вправо повернет это. А это вот громкость. А это громкость регулируется. Вот все. Слышишь, да? Сокол, я писец. Да. И вот так, Павел. Смотри. Если есть куда прицепить, да, цепляй. Вот так, я раз сюда. Если она даже, не дай бог. Можете вот так, вот сюда прям. Через шею и сюда. Да, надо. Ты же они туда с этим, с Доном и с колдуном загрызли. Ну они кобели, они между собой любая порода будет. Сука была, все нормально. Mm-hmm. Кобели они. Правда, видел зайца. А мы позавчера с Юрой взяли петушка и зайчика. Ты с пятизарядкой, наверное, иди пока попробуй. Ну, челночком. Ну, я имею в виду, понятно, на горочку. Против столба. За стол. Сейчас ставим со всех сторон в полях. Хотя поле исключительное. Тут все вытоптано. Вытоптано. Да, я ж тебе. Ты так. Понятно. Тут он не жалко, надо, понятно. Собака. Ну где-то здесь. Да, ищи. А, вот. Молодец. Молодец. Хороший. Мужики с собаками зашли. Я стал на номер один. По одному краю, другой по другому. Собака по полю, по посадке. И на меня вышел косой. По рации сказали, что собака кого-то гонит. Они туда гонят, а я здесь застрелил. Я еще посадку перекрываю. Беленькая мелькнула. А, ну я за деревом стою. Потихоньку так прыг. Косой прыщелка.
что на это входите. Нормально. Скажи, о, молодец, молодец. Ой, ты не, че, блядь? Скажи, да, да. Вот тебе спаниель, кажется, ты знаешь, он это. Такие они. С характером. Ты смотри, а то у меня друг подрастет. Вот так он не будет никогда. А когда дичь снимаешь. Да, снимаешь. Это... Друг у меня подрастет, пида. Это самое. А у этого, мне уже говорят, заяхажи. Не, есть разные ектерьеры. Есть вот такой. А есть вот такой, у меня что, такой. Что, они в башне нет. Вот я знаю, собака. Я знаю. Я вцепился, его так поднимешь, он держится, блядь, и все. Я знаю. Это собаки очень. Словно, через... Ну, это надо самому спокойно с ним ходить. А так, конечно... Ну, я тогда по понедельникам буду, да, с ним ходить. Так, ну что, пацаны, тянем. Ну, плотно, тогда с той стороны мы вдвоем идем, потому я что... Ветер от света. Лиса, лиса. След, след, свежий. Ну вот куда поедем, там, там охота совсем другая. Ну и заяц же есть, наверное. Это, конечно, зайца до хера. Зайцем не такой, как здесь. Там в два раза больше. Да, ну, понятно, ростовские, бля, сюда завозили. Они такие же нападали на охоту. Вот. Володя, пошел, падла, пошел! Зять, 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 зять! Молодец, молодец. Да, взял. Молодец. Молодец, Ману, Ману, молодец. 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 Все, манок в посадку зашел, к вам идет. На дороге как раз стал, не вижу, далеко. Взял.